рабочих на сегодня. Ничего. Давайте все выяснить. Руководит руки инженера. Ставить во главу угла физиологическую работу закономерные требования для социализма. Изучение высшего руководителя Финчиндера. Заняться. Собеседование на тему «Трудовая партия Перми. Мать для народа». Заметка с духом самотворного служения народу. Передача «Стихо». Это лишь странные друзья. Все запечные комментарии. Никогда не вступились. Итак, передала новости. Участники Европейского регионального семинара по идеям фичи на тему «Роль Европы в борьбе с настоящими всех стран, мирной земле и прочих глобализаций» прислали на днях письмо великому руководителю Ким Чен Ыну. Участники семинара, пишет адресант, единогласно говорили, что идеи фичи – единственные и самые справедливые идеалы эпохи самостоятельности, ярко освещающие провинциальным людям планеты путь к самостоятельности и мирной земле. Они говорят с единственным в том, что идеи Сунгун, которые развил ядовитый инженер согласно новым историческим условиям, служит орудием и руководством достижения блестящей победы в деле самостоятельности. Под выдающимся руководством Ким Чен Ира, Корейская народно-демократическая республика, будучи оплотом дела самостоятельности, сильно вдохновляет борьбу прогрессивных людей планеты за самостоятельность всех стран, поддержание мира на Земле и против глобализации. Мы готовы всегда поддерживать и солидаризироваться с борьбой корейского народа за мирное воссоединение и самостоятельное развитие страны, подчеркнул адресам письма и от души пожелал Ким Чен Иру крепкое здоровье. Индийская газета «Индиан Монт-Инд» от 12 числа поместила первую и вторую части бессмертного классического труда великого руководителя Ким Чен Ира. Ставит во главу угла идеологическую работу «Закономерные требования дела социализма». При этом она дала фотоснимок великого Ким Чен Ира. 15 числа молодежный кружок по изучению идей фиксии Ким Чен Ира, который находится в Индии, составил бюллетень «Карты географии революционной деятельности великого руководителя Ким Чен Ира». По случаю 46-летия со дня начала работы великого руководителя Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи, в последнее время во Франции состоялась дружественная встреча, в Индонезии юбилейные собрания и публичная лекция, в России кинопросмотр, в Камбодже, Финляндии и Бангладеш семинары по заслугам Ким Чен Ира. Секретарь по международным делам ЦК Союза революционных коммунистов Франции и другие выступавшие отметили, что Ким Чен Ир – ветеран политики, который укрепил и развил трудовую партию Кореи во всем продолжающую стальную партию и мудро ведет корейский народ по пути победы и славы. На кинопросмотре был продемонстрирован корейский фильм «Монумент основания партии». На семинаре в Финляндии была принята поздравительная программа в адрес Ким Чен Ира. В связи с 43-летием со дня начала работы великого руководителя Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи, на днях пакистанской и бангладешской газеты организовали юбилейные встречи. Пакистанская газета «Баджистан Таймс» писала, что господин Ким Чен Ир в ранний период революционной деятельности, неопонимым изучением и военно-теоретической деятельностью, сформулировал революционные идеи президента Ким Ир Сена целостной системой идей, теорий и методов чутье. Бангладешская газета «Экота» в своей статье выразила безграничное уважение к уважаемому полководцу Ким Чен Иру, который осуществил единственную в мире единодушную сплоченность. В связи с 46-летием со дня начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи, 13 числа председатель Центрального исполнительного комитета Национально-социалистической партии Бангладеш опубликовал пресс-заявление. Десятилетие со дня опубликования исторической межкорейской декларации 15 июня посвятили на нее свои страницы и передачи газеты и радио многих стран мира. Индийская газета «Лаба Мэйл» передала, что в идеале сегодня нашей нации в популярном плане пульсирует треба руководителя Ким Чен Ира. Эфиопская газета «Дейли Монитор» писала, действительность показывает, что на пути последовательного придерживания межкорейской декларации от 15 июня есть примирение, сплочение и единство всей корейской нации. Камбоджийское радио и телевидение «Апсара» передало, что великий Ким Ир Сен выдвинув три хартии объединения страны, до последней минуты своей жизни посвятил всего себя тому, чтобы подарить народу объединенную родину.
телевидение в связи с 10-й годовщиной со дня опубликования Межкорейской декларации от 15 июня. Опубликование этой декларации, говорится в заявлении, есть славные плоды, проводимые великим руководителем Ким Чен Ыном политики Сон Вон. В настоящее время предатель маринетка Ри Мин Бак подмешанную антисеверокорейскую кампанию вокруг инцидента с крушением своего боевого корабля «Чанан» разбивает противоборство и раскол между севером и югом страны. И таким образом всесторонне...